Давайте сравним разные виды дождевых червей. Вот это Изения фетида с явно выраженной полосатостью по всему телу. Эта полосатость примерно одинакова. Если мы возьмем калифорнийского червя, то у него полосатость это не столь выражена. И как видим, он более красный. Ну и как видим, черви могут отбросить хвост при споре. Теперь вот говорят, что калифорнийский червь если его уколоть, то он выделяет слизь, жидкость желтую. Давайте проверим. Вот, куда бы его ни колол, мы этой жидкости не наблюдаем. Это говорит о том, что не в каждый период у этих червей идет такая защитная реакция. Вот что бы мы с ним сейчас не делали, довольно. Вот сейчас видно, что появилась жидкость. Значит, это однозначно Изения фетида. Все-таки мы своего добились.